130 претендентов на 20 мест завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Сената парламента. Все самовыдвиженцы, при этом 3 человек поддержали маслихаты. Средний возраст потенциальных сенаторов 50,5 лет. Самый молодой из Актюбинской области, ему 30, а самый возрастной из Западно-Казахстанской, ему 74 года. Каждый четвертый выдвиженец – женщина, всего их 33. Стремятся в парламентарии представители самых разных профессий – инженеры, экономисты, учителя, юристы, врачи и аграрии. Напомню, день голосования намечен на 14 января. В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов. Он продлится до 24 декабря. На сегодняшний день избирательными комиссиями зарегистрировано уже 49 кандидатов. Конкурентность есть во всех регионах. Напомню, согласно Конституции, половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые 3 года. Сенатором могут стать граждане Казахстана старше 30, которые проживают в стране последние 10 лет. Среди требований также высшее образование и стаж работы не менее 5 лет. Кандидат также должен постоянно проживать в регионе, от которого баллотируется, как минимум 3 года.